Бесподобно. Народ, привет! В этом году Samsung пошел на грандиозные дизайнерские перемены с флагманской линейкой Galaxy S. Что же касается линейки Galaxy Note, то здесь всегда стояла проблема, как выделить эти смартфоны. Их фирменной чертой всегда был квадратный силуэт. Со времен объемных рамок и пластика до гладкого и современного дизайна, который мы любим сегодня, Samsung удалось сохранить этот силуэт. Это утонченная персонификация. К счастью, друзья, кажется, что серия Galaxy Note 20 снова будет сохранять тот же почерк. Сегодня у нас есть рендеры от супернадежного инсайдера OnLeak с вероятностью в 99%, но Note 20 Plus будет выглядеть именно так. И в целом это очень похоже на то, как выглядит потрясающий Galaxy Note 10, но есть несколько отличий. И самым очевидным из них является огромный модуль камеры, который выступает из корпуса неприлично сильно. Признаюсь, до сих пор не могу полностью принять такие решения, хотя уже и довольно сложно представить флагман без этого уродства сзади. На этот раз Samsung добавили кольца каждой линзе, которые выглядят довольно неплохо. Чем-то напоминают дизайн камер на iPhone 11, только там модуль квадратный, а здесь прямоугольный. Однако очень важно, чтобы материал этих колец выглядел солидно, иначе они будут казаться дешевыми. По словам источника, Galaxy Note 20 Plus будет иметь 6,9-дюймовый дисплей, такой же как Galaxy S20 Ultra. Закругление краев дисплея практически исчезли, чего и следовало ожидать после серии Galaxy S20. Удивительно, но они переместили слот S Pen влево, а физические клавиши направо, если смотреть на телефон. Но самая важная вещь, которая мне здесь нравится, это толщина смартфона. Galaxy Note 20 Plus будет толщиной всего 7,6 мм, что очень хорошо. Разумеется, это без учета модуля камеры сзади. Они не будут кормить этого монстра и делать его все толще и толще с каждым годом. Откровенно говоря, Galaxy S20 Ultra с толщиной 8,8 миллиметра ощущается слишком громоздким в руке. А так Note 20 Plus будет даже тоньше, чем Note 10 Plus толщиной 7,9 миллиметра. Таким образом, мы получим очень тонкое устройство, которое будет выглядеть красиво и прекрасно тусоваться у вас в руке. Так и должно быть с устройством за over $1000. Кроме этого, есть новая утечка, раскрывающая спецификации камер Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus. Согласно этой информации, обычная версия Galaxy Note 20 будет иметь 12-мегапиксельную основную камеру с 64-мегапиксельным телеобъективом и еще одним 12-мегапиксельным сверхшироким сенсором. Между тем, Galaxy Note 20 Plus получит 108-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельный телеобъектив вместе с 12-мегапиксельным широкоугольным шутером и лазерной системой автофокусировки. Здесь можно обратить внимание на всего лишь 12-мегапиксельную телефотокамеру у плюсовой версии, что не очень похоже на 48-мегапиксельный перископ у S20 Ultra. Похоже, с зумом Samsung пойдет в этот раз немного по другому пути, убрав бесполезное 100-кратное увеличение. А вообще, это также может означать, что недавние противоречивые утечки просто основаны на различных прототипах, которые Samsung тестирует и просто выбирает точную конфигурацию камер. Очень скоро мы все узнаем.